to know to help prepare the way for the coming of Christianity. Но есть еще один фактор, который способствовал распространению христианства или подготовил путь для него. And that was the influence of the popular religions of the empire. Это влияние распространенных религий того времени. The popular religions appealed to the practical needs of the people. Религии, которые были распространены в империи в то время, в основном обращали внимание на практические потребности людей. You see, Greek philosophy was very influential, but primarily among the educated class. Мы говорили о том, что греческая философия оказала большое влияние, но она затронула только интеллектуальные классы людей. But by far the masses of the people were not educated people. Но основная масса людей была необразованной. Most of the people in the society were the workers who spent all day just trying to survive by working all day long. Большая часть населения занималась постоянным трудом, целый день работала ради выживания. They did not have much time to make a rational study of philosophies of the day. У таких людей не было свободного времени для того, чтобы заниматься рационалистическим исследованием философской мысли. What they wanted was a religion that would make them feel good. Поэтому им необходима была простая религия, которая просто сделает так, чтобы им стало хорошо. And for most of the people, their religion was a what we would call today a folk religion. Для многих из них многие из них выбирали народные религии. A religion of the feeling rather than a religion of the mind. То есть это религия, основанная на чувствах, а не на разуме. We see that today even in Christianity as well as in Islam and other major religions. Сегодня мы можем наблюдать это и в христианстве, и в исламе, и в других распространенных религиях в мире. We have the official teachings of the Islamic faith that you can learned by reading the Quran and studying Islam. Можно изучать через чтение Корана. But we'll find that the Muslims in different parts of the world express their faith differently because they have a folk Islam that expresses more of a feeling of faith than a knowledge of the details of the faith. Но с другой стороны, если встречаться с мусульманами в разных странах, то можно увидеть, что выражение и проявление их веры отличается. Несмотря на то, что у них одно учение, один Коран, они пользуются своими народными религиями, народными проявлениями, которые больше влияют на чувства. We also see that among Christians. Среди христиан это тоже получило свое распространение. That many of the Christians who have had less education and don't have time to study faith because they work all day long. У многих христиан, у которых не было возможности получить хорошее образование, которым приходится очень много работать и нет времени для того, чтобы изучать доктрины. Quite often we find that their worship services consist less of teaching doctrine and more of singing and praising and feeling their faith rather than learning about their faith. То очень часто богослужение вот среди таких людей большую часть занимает прославление, хвала, а не учение, не доктринальное учение. Then there was a third kind of religion called mystery religions. Третий вид религии это религии таинств. And this was proved to be the greatest rival to Christianity because it met some of the same needs that Christianity met. Религии таинств оказались соперником для христианства, потому что удовлетворяли те же нужды, которые хотели удовлетворить, которые удовлетворяла христианская религия. But the mystery religions of there were many different kinds of mystery religions. Было очень много разных религий таинств. But in many ways they were similar to Christianity. Очень часто можно было найти что-то сходное с христианством. Because many of these mystery religions emphasized a savior God. Потому что в этих религиях таинств каким-либо образом присутствовал Спаситель. And they made ethical demands on the individual similar to those made by Christianity. Также были представлены этические правила или законы, как и в христианстве.
One of these, even the mystery religion of Mithraism. Одна из таких вот религий это Митраизм. Had a festival in December. В декабре проходил специальный праздник. It built chapels and had worship services. Как раз в это время строили небольшие часовни, проводили богослужения. And taught that there was an evil one, similar to Satan. А также в Митраизме было понятие о лукавом, то есть это зло, нечто подобное образу сатаны. And they worshipped a miraculously born Savior by the name of Mithra. И также в этой религии поклонялись чудно рожденному спасителю, которого звали Митра. And then there was a religion called Isis. А также был еще культ Исиды. That emphasized death and resurrection. Здесь основное внимание или основное сходство с христианством было в наличии смерти и воскресения. Now these similarities have caused some scholars to argue that Christianity grew out of the mystery religions, which is another form of mystery religion. Из-за того, что между религиями таинств и вот этими культами и христианством можно было найти много общего, некоторые богословы считали, что христианство вообще корнями уходит вот в эти религии таинств. But the problem with this concept is that the early church actually fought against mystery religions. Но проблема с таким утверждением заключается в том, что ранняя эта церковь, наоборот, боролась против религии таинств. If you look up 1 Corinthians 8:5 in your Bible, you see an attack on the mystery religions. Первое послание Коринфянам, 8 главу, 5 стих, то вы увидите осуждение религии таинств. And also we need to know that it was because Christians refused to mix with the mystery religions and the other religions of the day, that they were persecuted by the Romans. Не должны забывать о том, что гонения это на христиан как раз начались в результате того, что они не хотели смешиваться с другими какими-то культами, религиями и признавать еще других богов. But then, how can we see that these popular religions helped open the way to the coming of Christianity? Тогда мы задаем себе такой вопрос: как же тогда эти религии таинств могли проложить путь для принятия христианства? Because these popular religions appeal to the feeling and to the practical needs of everyday living. Эти распространенные популярные религии также отвечали на эмоциональные потребности и практические потребности людей. But they failed to satisfy the people. Однако они не могли дать полного удовлетворения людям. The nature religions created more fear than comfort in the people. Например, анимизм больше побуждал страх в людях, чем радость. The people lived in fear that they might antagonize the gods and thus be punished by the gods. Люди жили в страхе, что они могут что-то сделать, навредить как-нибудь богу, который вообще кругом находится, и таким образом навлечь на себя наказание. State religion was very cold, and you could worship the emperor, but there was no sense of fellowship and oneness with the emperor. В государственной религии присутствовала некая холодность, потому что можно было поклоняться императору, но личных-то отношений у тебя с ним все равно никаких нет, никаких теплых взаимоотношений нет. And even though the mystery religions talked about evil ones and saviors and deaths and resurrection, и несмотря на то, что в религиях таинств присутствовали и смерть, и воскресение, присутствовал и Спаситель, they described these things in such primitive barbaric ways that they became unacceptable to в этих культах присутствовала все-таки бесчеловечность, какая-то жестокость, и описание того, что происходило, было всегда таким неприличным. And so we see that all of these influences. Поэтому мы можем сделать следующий вывод, что все вот эти факторы, которые повлияли на the Romans laid the logistic. Помните, мы говорили, что Рим заложил юридическое и политическое основание. The Jews laid the religious foundation. Иудаизм заложил религиозное основание. The Greeks, the philosophical foundation. Греки заложили философское основание. And the popular religions
creating the emotional and practical need or foundation. А распространенные религии заложили основание, которое удовлетворяло эмоциональные и практические нужды людей. Made the world ready for the coming of Christianity. Таким вот образом мир был подготовлен к приходу христианства. That's why Paul says in Galatians 4:4. Именно поэтому Павел и говорил в послании Галатам 4 главе в 4 стихе. In the fullness of time. Когда наступила полнота времени. When the time was right. Когда время было подходящим. God sent His Son. Именно тогда и послал Бог своего Сына в этот мир. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.